Добрый вечер, уважаемые болельщики, почитатели русского хоккея. Мы только что сейчас начали вести прямую интернет-трансляцию из Архангельска. Были большие технические сбои, проблемы. Работали мастера, наконец-то наладили нам связь. И видеосвязь есть, и трансляция. Напомню, что сегодня в 8-м туре чемпионата страны в Архангельске встречаются местный «Водник» и «Байкал Энергия» из Иркутска. Напомню, 61 минута с начала встречи прошли. Счет в матче ничейный 0-0. Ну и все-таки по традиции коротко о составах команд. И сейчас я все-таки скажу, что репортаж ведут спортивные обозреватели Виктор Антуфьев и Кирилл Андрианов. Кирилл, я думаю, вы состав команды гостей объявите. Ну, в воротах сегодня стоит Денис Рысев, 31 номер. В поле играют Никита Юрлов, 13 номер. 26 номер Тимур Кутупов, 17 номер Игорь Вассерман. 10 номер Илья Грачев, 8 Евгений Шадрин, 51 Максим Гавриленко, капитан команды, 61 Тимофей Безносов, 9 Станислав Исмагилов, 7 Руслан Тримаскин, 91 Александр Егорычев, запасной вратарь Максим Негрун, 23 номер, игроки 19-й Андрей Ковалев, 21-й Павел Дубовик и 71-й Максим Ширяев. Главный тренер Евгений Рахтин. Ну и, уважаемые болельщики, я вам назову состав Архангельского «Водника». Он необычный. Тем не менее, послушайте внимательно состав Архангельского «Водника», который вышел на игру. 76-й вратарь Даниил Дорохин, это игрок резервного состава у нас всегда был. Полевые игроки номер 52 Даниил Кузьмин, номер 13 Иван Козлов, номер 15 Сергей Калинин, номер 35 Максим Анциферов, номер 10 Дмитрий Попутников, номер 11 Александр Антонов, номер 20 Сергей Перминов, номер 5 Алексей Гладышев, сегодня он капитан команды, номер 70 Павел Пожилов, номер 99 Олег Пивоваров. Он в запасе у нас сегодня был только один полевой игрок, 61-й Глеб Потапов, и один запасной вратарь Михаил Шиляев. Вот такой состав «Водника» был в начале игры. Практически все игроки задействованы в игре. И я напомню, что сегодня у молодого игрока «Водника» Павла Пожилова день рождения, он отмечает свое 20-летие. Перед началом встречи болельщики тепло поздравили Павла с юбилеем. И я думаю, что мы пожелаем тоже Павлу успехов на ледовых полях. Надеемся, что этот молодой и достаточно перспективный игрок должен, во всяком случае, мы на этом надеемся, вырасти в зрелого мастера. Итак, Кирилл, у нас сейчас на световом табло стадиона в Архангельске прошло ровно 64 минуты матча. Счет необычный. 0-0. Долго, наверное, объяснять, что происходит на поле. Но, скажем прямо и откровенно, сегодня трудно назвать этот матч хоккеем. Ваше мнение? Ну, задача у обеих команд, скорее всего, перед началом игры была не выиграть, и они этому следуют. Ну, «Воднику» лучше даже, наверное, проиграть. А проиграть никак не получается. Ну, во всяком случае, турнирное положение вот таково, что действительно в сегодняшней игре соперники не хотят побеждать. Скажем об этом откровенно. Зрители, конечно, недовольны тем, что происходит на поле. Сплошь и рядом слышны крики болельщиков. Поэтому будем объективны, что матч этот не для зрителей. После первого тайма очень много зрителей ушли со стадиона, глядя на, я бы даже не сказал, на невзрачную, а ну, на откровенно слабую и безвольную игру обеих соперников. Вот получается так, что действительно в самых выгодных,
в самых выгодных ситуациях. Нет, это... Не забили в свои ворота. Да, был удар по своим воротам, но мяч попал в конек игроку и рядом со штангой ушел за пределы поля. Угловой у ворот Архангельского Водника будут подавать хоккеисты Иркутска. Посмотрим, как они используют в очередной раз. Ну, здесь новые, новые тактические наработки, как защищающиеся команды, так и нападают, бьющие угловой. Свисток. А вообще, мяч от углового флажка иркутяне послали на свою половину поля. Вот так играют хоккеисты обеих команд. Откровенно, даже не на бьющих мяч подается, а прямо от углового флажка на свою половину поля подается. И вот и в первом тайме у Байкала три угловых было, и во втором два. То есть на подающих мяч, откровенно говоря, не бьется, не подается. А если подается, то никто не хочет даже ударять в сторону ворот. Вот такой сегодня хоккей в Архангельске. Трудно комментировать, конечно, такой матч. Я имею богатый опыт боления, но не только такого, откровенно говоря, позорного матча я никогда не видел в своей богатой истории. Я думаю, что Кирилл тоже имеет приличный опыт боления. Трудно, наверное, вспомнить что-либо подобное. Нет, были такие, похожие на такие матчи, конечно, были. Но вот такого откровенного нежелания играть... И просто вести борьбу, да, какую-то бы ни было. Ну что ж, будем говорить, руководители избрали такую стезю. Гол. Вот, забили все. Да. Вот, посмотрите, Водник прямо откровенно бьет по своим воротам, забивает гол, судья показывает на центр. Сейчас, по идее, иркутская команда должна забить свои ворота тоже гол. Вот, пожалуйста, вы все сейчас видели. 68-я минута. Олег Пивоваров. Гол в свои ворота. Когда откровенно метров с 18 или с 20 удар просто по своим воротам. Сейчас иркутская команда должна устроить яростную атаку на свои ворота. Ну, не обязательно сейчас. Я думаю, что иркутяне выберут момент. Да, до окончания матча еще много времени. Ну, во всяком случае, это не тот автогол, когда отскок нежелательный. Это просто откровенно, просто удар по своим воротам. Хоккеиста Водника. Поэтому, поверьте, уважаемые друзья, уважаемые болельщики, нам, комментаторам, находиться сегодня за комментаторским пультом очень тяжело. Во всяком случае, нам стыдно за такой хоккей в исполнении и Водника, и Байкал Энергии. Ну вот сейчас был назначен свободный удар, вроде опасный. Водник даже не стал пробивать в сторону ворот. Сейчас угловой у ворот иркутской команды. Водник будет подавать с левого фланга атаки. Ну, подача-то мяча будет. А вот состоится ли удар? А удар, значит, два человека на линии штрафной находятся. И оба ушли. И оба ушли.
То есть даже не было подачи на линию. А на поле у Водника сейчас только-только восьмой полевой игрок вышел. Хотя удалений не было. То есть сами их... Вот еще раз. Ну, не попали по своим воротам Водники. Оказывается, задача проиграть намного сложнее, чем выиграть. Причем проиграть хотят две команды. Обе. Да, вот в этом вся сложность. Очередной угловой ворот иркутян будут подавать. Ну, сейчас игроки, защищающиеся команды, скорее всего, выбегут в разные стороны, оставив вратаря одного. А игроки Водника просто не станут. У Водника всего лишь один игрок на линии радиуса. Один. Подача мяча. А подача мяча даже не на линию радиуса, а просто назад откидка на свою половину поля. Вот сегодня такой хоккей. Я думаю, что... Гол. Да. И вновь Водник. Водник сам забивается и ворот. Гол. А ведь помимо судейской бригады у нас есть еще инспектор команды, инспектор этого матча. Олег Тивоваров у нас сегодня уже дубль сделал. Вот Водник проигрывает 0-2, оба гола, не отскока, заметьте. А два откровенных удара. Виктор Федорович, вы когда-нибудь помните, чтобы два автогола было в одном матче? Ну, такого я не помню, но все равно автогол есть автогол. Когда в упорной борьбе мяч попадает, допустим, защищающего игрока, а здесь никакой упорной борьбы не было. Итак, сегодня я все-таки напомню о судейской бригаде. Опытнейший, известнейший главный арбитр матча Григорий Минаев из Санкт-Петербурга. Помощники главного арбитра Сергей Сергеев и Александр Садаков из Кирова. Инспектор матча Олег Селиванов из Новокуйбышевска. Перед началом второго матча я видел такую небольшую мизансцену. Олег Селиванов спустился ко льду. Предупредил сначала главного тренера Евгения Ярахтина из иркутской команды «Байкал Энергия». Затем он предупредил Игоря Гапановича, но, видимо, тому тоже надоело смотреть на такой антихоккей. Но предупреждение инспектора матча не возымело никакого действия. Более того, вы сейчас стали свидетелями того, как Олег Пивоваров дважды демонстративно забил эти мячи в свои ворота. Итак, 0-2. Водник уступает иркутской команде «Байкал Энергия». Такого, признаться, даже в страшном сне не могло привидеться. Но вот мы это реально видим. Такой хоккей, оказывается, может существовать. Ну, сейчас иркутяне сделали атаку на свои ворота, но Водник защищал ворота иркутской команды и перевели мяч на угловой. Ну, все-таки от игрока иркутской команды. От игрока иркутской команды, да, но Водник защищал ворота иркутской команды. Угловые демонстративно не подаются. Да, откидываться мяч назад. Вот вы, уважаемые болельщики, видели. Забивается третий мяч в ворота Водника. Я бы даже просмотрел тоже. Свои забили или иркутские игроки? 74-я минута матча. А, Олег Пивоваров, хет-трик. Ну, я думаю, имя этого хоккеиста будет навечно вписано в анналы русского хоккея, если так можно сказать.
я в кавычках, Байкал-Энергия берет тайм-аут. Ну, сейчас, скорее всего, главный тренер Евгений Рахтин будет рассказывать своим игрокам, как забивать голы в свои ворота. Как бы там ни было, поскольку на этот матч назначен инспектор, он должен сейчас вмешаться в ход игры, потому что такой хоккей никому нам не нужен. Да. Когда три мяча демонстративно забиваются в свои ворота без какого-либо сопротивления соперников. И, естественно, вратарь не реагирует на это, он не пытается даже такой легкий мяч, посланный в ворота, отбить или защитить ворота. Нет, вратари обеих команд сегодня и... Компенсированное время назначено 1 минута. Игроки сегодняшних команд и в воротах, и за штангу держались, и сидели. Но ни одного сейва не было сделано. Что с другой. Ну, так, Иркутск, Иркутск пошел нападать на свои ворота. Водник защищает. Не забили. Ужас, я не могу это комментировать. А вот сейчас забили. Да, иркутяне забили свои ворота. Вот тоже. Вот, уважаемые друзья, я обращаюсь к нашим болельщикам-телезрителям. Вы могли в страшном сне увидеть такую картину? Признаться, я никогда не мог подумать, что окажусь свидетелем такой антиигры. 78-я минута, счет изменился. Автор этого мяча Игорь Вассерман, свои ворота, естественно. Неужели сейчас Игорь Вассерман также три мяча в свои ворота забьет? Так же, как и Олег Пивоваров. И что тут опять происходит? Что, мяч второй, мяч забит. Еще один мяч в ворота иркутяне себе забивают. Это же минута 78-я. Ну хорошо, хоть здесь другой автор. Так, третий мяч забивают свои ворота. Счет ничейный, 3-3. И вот это нам приходится комментировать. Естественно, я думаю, что инспектор матча, 79-я минута. Евгений Шадрин. Все эти игроки участвуют в откровенном цирковом представлении. 3-3. И смотрите, как забивались мячи. Откровенно. 74-й. Два мяча на 78-й, один на 79-й иркутяне забили. В течение полутора минут. Так, иркутяне забивают свои ворота. Четвертый мяч. Да. Где главный инспектор матча? 80-я минута. Илья Грачев, автор этого мяча. Вы можете, уважаемые друзья, представить, действительно, я каждый раз слово употребляю в страшном сне. Вот сейчас иркутяне еще пошли в центр поля к своим воротам. И еще один мяч влетает. И судьи только фиксируют, не вмешиваясь в ход этой игры. Павел Дубовик. Пять, три. Я специально делаю акцент
как иркутяне забивали мячи в свои ворота. Два мяча на 78-й, один на 79-й и два на 80-й. Вот водник. Так. Не успевает водник перехватить мяч, и чтобы... Непонятно, что происходит. Счет становится 6-3. Ну, сейчас будет вот соревнование. Кто с центра? Так, вратарь вообще ушел с ворот. Седьмой мяч. Нет, такие игры надо смотреть. Да. Это прекращать. Ну, зачем такое издевательство? Такое я вижу впервые. Да такого никогда не бывало в истории. Ну вот сейчас каждую минуту будут бегать и забивать. Еще один мяч летает. Наш вратарь повернулся спиной. Седьмой мяч Илья Грачев забивает. Причем, я подчеркиваю, в свои ворота забивает иркутяне. Посмотрите. 10 мячей и все свои ворота. Вассерман, Егорычев, Шадрин, Грачев, Дубовик, Кутубов, Грачев. Похоже, иркутяне оказались чуть-чуть похитрее вот. Да здесь о хитрости нет, не идет речи, Кирилл. Это просто надо прекращать вот такое безобразие. Девять. Так, и с этой разницей иркутская команда опускается на третье место. Павел Дубовик. И все эти хоккеисты считают себя мастерами русского хоккея. Девять, три счет. Нет, надо прекращать такие, в кавычках, игры. И федерации наконец-то сказать свое решающее слово. Такого позора в истории русского хоккея не бывало, и хотелось бы, чтобы его никогда не было. Водник сейчас будет подавать угловой ворот иркутской команды «Байкал Энергия». Естественно, никакой подачи на бьющих нет. Мяч откидывается назад на свою половину поля. И водник тут же забивает свои ворота. 85-я минута. Олег Пивоваров вообще действительно в историю войдет. Четыре мяча в свои ворота в одном матче. Пока четыре. Ну, есть еще 4,5 минуты.
И да, одна компенсирована, 5,5 минут. За 5,5 минут можно мячей 15 забить. Вот вышел кромки поля инспектор матча Олег Селиванов. Неужели он не вмешается в такое безобразие? Просто я считаю, что необходимо прекратить этот матч. И результат не засчитывать как хоккейный матч. Это не хоккейный матч. Это чемпионат страны среди команд Суперлиги. Вратаря нет. Водник забивает. 87-я минута, 86-я, вернее, минута. Нет, не забил. А, нет. Он улучшает еще один рекорд. Свой же. 5 мячей в свои ворота в одном матче. Каково? Вот я обращаюсь в данном случае к кировским болельщикам. Это ваш воспитанник. 5 мячей в одном матче в свои ворота. Так, нам надо забить 4 мяча, да? Да не будет такого. 5 мячей. У кромки поля водник забивает. Олег Пивоваров. Шестой мяч в свои ворота. Поверьте, это не смешно. Так, судья удаляет. А, удаляет игрока иркутской команды за... Евгений Шадрин за неспортивное поведение. По-моему, всей команде надо давать удаление за неспортивное поведение каждому из игроков, кто участвует в этом, даже не спектакле, а в этом позорище. Водник забивает еще один мяч в свои ворота. Так, времени мало осталось. Уже никого на поле нет, кроме практически водника. Три игрока иркутской команды находятся на поле, остальные все ушли. Еще один мяч влетает. Судья даже не успевает, кто это забивает мячи, объявлять. 8 мячей Олег Пивоваров забил. Вот сейчас еще один идет. А вратаря вообще нет в воротах. И 9-й мяч Олег Пивоваров забивает. Завидная результативность, да? Девять мячей в одном матче. И вот сейчас 10-й идет. Десять мячей Олега Пивоварова в свои ворота. Неужели 11 забьет? Вот стоит на линии. Полминуты. Нет, все-таки забил.
Ни в каком цирке вы такого не увидите. Это регулярно, это не чемпионат области, не чемпионат района. Это игра Суперлиги. Так, иркутские игроки. А, их три человека осталось всего. Четыре, пять, пять человек. Одно время их три человека находилось на поле. Тоже не должно находиться такое. Вся игра закончилась. А 11-9 Байкал Энергия победил. Правда, победил не Байкал Энергия, а все 11 мячей забил Олег Пивоваров из состава Водника себе. И в итоге считается, что Байкал Энергия победил. Вот, уважаемые друзья, вам информация к размышлению. Я думаю, все вы должны сказать веское слово по поводу этого матча. Иначе наш хоккей, русский хоккей в стране после сегодняшнего дня умрет, если мы промолчим. До свидания.